Сотни горожан собрались к проруби у лыжной базы уже к полуночи. Температура воздуха минус 25, воды плюс 4, пронизывающий ветер. Количество зрителей в результате превысило число купающихся в разы. В том году было очень теплее, ну не намного, но все равно очень хорошо, что искупались, очень рада. Второй раз, да, первый раз в том году. Детей в этом году в числе купающихся было гораздо меньше. Мужчин и женщин примерно поровну. Опытные моржи, как, к примеру, череповчанка Марина, у проруби ведут себя вполне непринужденно, несмотря на замерзающие на теле капли воды. Недельки 2-3 моржую всегда постоянно. Ребенок у меня 6 лет плавает. Я первый раз начала вот 10 лет назад, в марте месяце, благодаря Надежде Ивановне. Вот она меня сподвигла, и я вот с тех пор купаюсь 10 лет. Не холодно? Нет, не холодно. Искупайтесь, проверьте. Мы не рискнули, зато в числе купающихся обнаружили мэра Череповца Юрия Кузина. Отлично. Каждый год. Каждый год? На крещение? Ноги пристывают только на крещение и после бани. Безопасность купающихся обеспечивали 15 спасателей, в том числе и медики, а также несколько нарядов полиции. Все прошло без каких-либо эксцессов. В этом году гораздо спокойнее, в общем-то, наряды милиции, все ограждено. Меньше пьяных гораздо, то есть приятно смотреть на людей. Поток желающих окунуться в крещенскую купель схлынул только к 4 утра, когда усилился ветер и температура снизилась до минус 27 градусов. По приблизительным данным, число принявших ледяную ванну череповчан к этому времени достигло 2000 человек. Владимир Швецов, Алексей Игнатьев, информагентство «Череповец».